Зачем корейцы едят острое на самом деле? Слушай, Чунлук, я вот все время думал, как вы, корейцы и в целом азиаты, постоянно едите острое? Ну да спокойно, просто нравится. Ну ладно, я еще понимаю во время еды, но когда идешь в туалет, то очень сильно жжет, ты сам знаешь где. Ну да, в этом-то и прикол, если ты не знал. Что? Ну, это жжение, это щекотание в попе. Оно приятное, ты так не думаешь? Ладно, видимо, я плохо знаю о Корее. А ты вот подпишись на канал Сэджу и будешь знать.